яблони, пальмета на шпалере. Если вы хотите вырастить в своем саду что-нибудь необычное, переселите яблони и груши на шпалеры. Это потребует определенных усилий, но результат будет необычайно эффектным. Весной фасады с решетчатыми конструкциями на стенах утопают в море цветов, а летом созревшие плоды соблазнительно проглядывают сквозь темно-зеленую листву. Дерево среднерослое, в молодом возрасте крона формируется естественно в виде пальметы, при полном плодоношении становится округлой. Плодоносит главным образом на кольчатках. Яблони кандиль орловский. Основные характеристики. Тип роста – среднерослый. Зимостойкость – высокая. Назначение – в свежем виде. Авторы – Всероссийский НИИ селекции плодовых культур. Е. Н. Седов, З. М. Серова, В. В. Жданов, Е. А. Долматов. Сроки созревания – зимние. Размер плода – средний. Вкус – кисло-сладкий. Урожайность – высокая. Окраска – зеленовато-желтая, покровная, занимает половину поверхности плода в виде размытого малинового румянца. Вес плода – Г – 120. Съемная зрелость – в середине сентября. Лёжкость – до середины февраля. Яблони орлик. Основные характеристики. Тип роста – среднерослый. Зимостойкость – средняя. Назначение – универсальное. Авторы – селекция Всероссийского НИИ селекции плодовых культур. Авторы сорта – Е. Н. Седов, Т. А. Трофимова. Сроки созревания – зимние. Размер плода – средний. Вкус – кисло-сладкий, гармоничный. Урожайность – высокая, в возрасте 15-20 лет, дает урожай 80-120 кг. Дёр – средняя урожайность – 220 цга. Окраска – основная окраска зеленовато-желтая. Покровная – по всей поверхности плода в виде сливающихся полос и размытого густого румянца красного цвета. Аромат – сильный. Вес плода – Г – от 100 до 200. Периодичность плодоношения – склонен к периодичности плодоношения. Яблони пальмета на шпалере 5 лет, плюорлик кандиль орловский – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, садов. Яблони прекрасно используются подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола яблони пальмета на шпалере 5 лет, плюорлик кандиль орловский можно отнести к группе среднерослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания яблони прекрасно подходит открытый грунт. Плоды яблони созревают в месяце сентябрь. Вкус кисло-сладкий, мякоть плотная. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что яблони пальмета на шпалере 5 лет, плюорлик, кандиль, орловский, самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.